Ребята, привет. Так, не хотел снимать. Находок у меня нет сегодня. Вот. 2 часа уже копаю. Нашел 2 копеечки. Советский Союз. Короче, что-то не идет. Шея заклинила. Не могу вообще смотреть. В смысле, шевелиться. Ну вот, приехал опять на свое старое место, откуда я никогда еще не уезжал, без находок. Последний раз я здесь находил крестики. А, можете посмотреть по этой ссылке. Кстати, классные кресты. Сейчас буду бить битое и перебитое опять место, куда далеко ехать неохота. Говорю, шея заклинила, а копать охота. Ну, давайте посмотрим. Бум. Забыл еще что сказать. Ребят, для тех, кто еще не подписан, подписывайтесь на канал. Я придумал интересную тему такую, посвященную приметам на копе. Вот. Фильм будет из нескольких серий. Ну, посмотрим, сколько будет примет, столько роликов. Естественно, в каждом будет по несколько там. Я вот что хотел сказать этим. Вы пишите под видео свои приметы. Я их озвучиваю от вашего лица. Ну, соответственно, вам тоже лишний пиарчик. Вот. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Буду ждать ваших примет. Привет! Привет! Привет. Привет. Так, идем, я вам покажу. Первая моя находка. Ну, вернее, вторая. Та не очень. А вот это вот я люблю. Ранние советы. Двонделик вылез мне. Так. 2 копейки. Год 56. Прошу прощения за фокус. Ничего, сейчас настрою. Фокус у нас тут. Ага, чуть там проскакивает. Вот, ладненько. Так, находка есть. Будем продолжать. Слышно сигнал? Будем копать. Есть, пацаны. Ага. Смотрим. Секите сюда. Что такое есть? Это у нас 2 копейки с серебром, 41-й год. Yes. Николай Первый. Бля, ништяк. Такая у меня уже есть. Такая у меня уже есть. Сейчас вам не видно. Но дома я ее немножко подмою ей. Эх, блин, упала. Дома я ее подмою. Увидите. Хе-хе-хе.
Красота! Отлично! Супер! Класс! Я рад! Не зря! Я вот... О, ну сколько, блин, это поле вообще шикарное поле! Бесконечное поле! Сколько я тут уже добра поднял? Ёпта! Это отлично! 2 копейки. У меня есть 1 копейка, а это 2. Отлично. Супер. Так, сейчас закопаю ямку и буду дальше искать. Так, ну что, перекур за перекуром. Но сейчас у меня хоть настроение повысилось. Чего, такую денежку нашел? А? Ну это я про это, про Николаевск. Ой, бля. Короче, я решил просто поменять батарейки. Батареечки подсели. И сам не пойму. Что-то фантомы какие-то. Подсели батарейки. Пошли какие-то фантомы. О. Ну я говорю, так я поменяю. Тем более есть. И давно хотел испробовать. Купил в фикс прайсе. Вот такие батарейки. Сейчас я их испытаю. Вот, между прочим, для Аськи, мне кажется, самые нормальные. Пусть, может, это и реклама будет. Ну и хрен с ним. Зато есть за что. Вот, батарейки. Энерджайзер. Конечно, не рекламирую, но просто хочу сказать, сколько батареек разных пробовал. Энерджайзер держит лучше всех. Реально, лучше, чем аккумулятор 100%. Ну, а это вот экспериментальный вариант. Просто 45 рублей вроде не жалко. Заодно сейчас испытаю, как она пойдет. Как не пойдет. И сколько они, протянут. Вот. Будет ли толк? Ну тут даже если толк не будет, они, может, тут и ни при чем, потому что поле уже хрен знает сколько раз выбито. Кстати, вот это где сейчас я нашел вот эту копеечку, тут крышка не прилегает плотно. Все, понял. Вот эту я копеечку нашел. И там и не копал до этого. Там вот такая вот трава была. А тут дед корову загнал. Она, походу, тут все стоптала. Вот я сюда и залез. Ах, ладно. Чиферим и едем дальше. Так, ребятки, вот лоночку выкопал. Вот что-то у нас здесь. Сейчас будем искать. Что-то такое. Глубоко. А если глубоко, значит, не просто так. Пробочка так на такой глубине лежать не будет. Бля. Орёт, кстати, как пробка. Раздирается. Так. Ну давай. Где ты? Загадочный комочек. Где-то тут. Да бля. Ага. Шевельнул. Ага, шевельнул. Где это? Хе-хе.
Блин, да что ты? Где ж ты есть-то, а? Что это за хрень такая тяжелая, как свинец, что ли? Что это за херь такая? Печать, что ли, какая-то? Не печать, а это пломба. Наверное, пломба. Так, сейчас попробую ковырнуть. Палочка какой-нибудь тут. Ну точно, она с дыркой. Ёпты. Ага. С дыркой херня какая-то. Тяжелая, блин. Прям как свинцовая. Ладненько. А вроде с боков дырок нет тоже. Ну хрен с ней. По-моему, посмотрим, что это такое есть. Так, как всегда, контрольно. Ну давай дальше искать. Так, следующий сигнал. Смотрим. Там он что-то вот тут. Так, я вот так повернусь. Точно, что-то здесь. Видите, ничего? Я пока ничего. Что здесь? Что-то тут. Ну подарить мне кто-нибудь пинпоинтер, блин, а? Может, магазин какой подарить? Блять, напросился, да? А я вас прорекламирую. Видишь, как мучаюсь, блин. Да, блядь, ну где ты? Да что ты, ёпта? Вот эта херь залетела в ухо. Ну, блядь, да что ты? Бля, вроде монета. Может, и не монета. Ёб твою. Орёт как резаный. О! 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 О, блядь. Крутяк, кажись, ВРПшка. Так. Я посмотрим, ребят. Вот такая малютка. Вот такая вот малютка. О, точно. ВРПшка, полушка. Видно вам? Полушечка. Классненькая. Это Петровская. Это Петьки. Петьки. Нашего царя Петра. Хорошо. Эх, нравится мне. Эх, когда находочки идут. А когда нет находочек, хреновенько. Так, пополняется коробочка-то.
Это вторая. Вернее, какая? Вторая, третья. Петровские монеты я когда тут находил. Две тоже. ВРПшка и копейка. Вот. Копейка 1704, по-моему, года. Ну вот я видео сделаю. Вот где-нибудь здесь ссылочку сделаю. Посмотрите. Ну пока еще вот тоже материал лежит отснятый, но видео не монтировал. Так, спасибо, земля матушка. Дай нам еще чего-нибудь. Деда не задабривал сегодня. Последний копа 3 не задабриваю, наоборот. И что-то подпирает. Ну давай дальше смотреть, закапываем яму. О, телефончик. Чей? Чья туфля? Мое. Поехали дальше. Так, ребята, обошел тут все это поле. Блин, ну никак. То пуговица, то кусок говна какого-то, то какие-то заколки. Потом покажу. Ну вот, наконец, сейчас раз. Сигнальчик такой. Сигнал-то, блин, сигналом не назовешь. Но все равно нет ничего. Копаю вообще все подряд. На всех металлах просто тупо воткнул. На зеро. О! Хоба! Вываливаю комок, разрубаю его напополам. А тут монетос у меня, блядь. Вот он, смотрите. Вот она лежит. Монеточка. Видите? Что-то там Николаевское. Так. Николаевские. 2 копейки. Чуть-чуть тюкнуты. 1870 год. Классненько. Классненько. Так, сейчас я поставлю лопату. Вот так от солнышка. Вот тебе луночка. Вот тебе луночка. Вообще, да, да никогда бы в жизни такой сигнал бы не копал. Вот кто бы мог знать, а? Вот кто мог знать? А, я его выключил, пока ходил за камерой. Ну, сохран отличный. Но вот в центре что-то кто-то ее долбанул, осел какой-то. А, пополнение. Нормально. Я вам сейчас покажу, я тут много чего не снял. Вот такие дела. Ну, закапываем, чё ж. А, по традиции надо проверить. Как без проверки-то? О! Блять, тут еще что-то есть. Что-то в этом комочке. Ломай его. Валяй его на бок. Так. Нихера. Такое бывает в одной лунке 2 монетки? А? Бывает? В одной лунке 2 монетки. Блять, бывает. Опаньки. Еще 2 копейки. Видно вам, нет? Мне самому-то не видно. Сейчас год посмотрю. Подожди. 1809. А, не. 1899. Нормалечек. Ничего, сохранчик. Все читаемо. Блядь, в одной лунке. Это, наверное, сегодня уже какая? 4-я или 5-я? Монетка. Иди отсюда, не ори. Или 4-я, или 5-я. Крутяк. Так, стоп. 2. А почему бы и не 3? А? Почему бы и не 3? Сейчас. Сейчас. Где 2, там и 3. Вернее, где 1, там и 2. А где 2, там и 3.
Что-то у меня, блядь, тут не закрылся он. До конца не закрытый. Что, прикол? Нормальные батарейки. Ни грамм не заметно, что они подсели. Работает все идеально. Там прикиньте. Так, ребят, ну вот смотрите. Вот здесь сейчас две подряд прям копейки. И вот он, видите, ямка. Вот, где лопата лежит прям. Вот. Вот здесь. И вот она прям буквально. Вот она. Троечок. Какой красавец, а, дорогой. Вот он. Щетки. Фокус у меня херовый. Но вы меня простите. Скоро приобрету. Так, 3 копейки, 1908 год. Хороший, отличный просто сохран, я бы сказал. Его практически даже не тер. Вот так вот погладил, и он вот он. Вообще супер, глянь, вот какой-то тут, ну, как это сказать-то, чтобы без цензуры-то, набухался тут, упал из худого. А, это не 3 копейки, вру, а, 3, да, мне показалось 5, 3 копеечки. Так, надо тут пошерстить получше. Ну вот, ребят, что я сегодня нашел. Значит, какие-то заколки в кадр не попали, видите? Нормальные, с дужками. Пуговка. Пуговка, кстати, интересная, старинная, наверное, военная. 31 на ней написано. Херня какая-то с дыркой, кованый гвоздик старинный. И вот, считай, в одной луночке почти лежали. Вот эти вот два двунделя, трешка. 2 копеечки серебром. Петровская ВРПшечка. 10 копеек год, не знаю, ну, 40-х годов. Советики. Ну вот, неплохо. Сейчас время 3, а сюда я приехал где-то... Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5 утра. Нормальненько покопались. Значит, батарейки. Экспериментальные вот эти попробовал. Работает отлично, ничуть. За 2 часа я вообще ничего не сели. Ну, и эти пойдут еще в будильник к нам. Ну, все. Спасибо хабарщику нашему деду. Опять порадовал с этого поля. Все. Всех приглашаю к себе на канал. Подписывайтесь. Ставьте лайки. И не лайки. Не лайки лучше не ставьте. Вот. Короче говоря... Вступайте в группу «Тамбовские кладоискатели», будем обсуждать. По поводу покупки монет, это все в личку. Все, друзья, всем спасибо. И... Привет. Привет. Привет.